Ну, нет, ты знаешь, я не хочу, честно сказать, если целенький был, то в таком случае. Ты там это не. Алло. ГДР. ГДР. Мурану. ГДРовская база. Was kostet die Vase? 18. 18. Und Gläser? 6 Euro. Mhm. Это 18. Ну, все понятно. Все понятно. И все будет ясно и понятно. Сейчас, секундочку, я вот тут буквально небольшой такой сет. Тоже такой интересный вариант. Не знаю, ну вот фирменный. Так, вот сервиз, причем очень даже легкий, но без маркировки. Но он может быть настолько старый, настолько просто древнейший. Я говорю, сервизе глянь. Тончайший. Да, типа Казера, легчайший, да. Из один такой приемник старый стоит. Очень старый приемник. Вот эмалированная. Это самое, вот тоже Мурано. Вот Мурано. Мурановские бабушки. Часики. Как ну, сырос, понимаешь. Колясочка. Ну, весы, конечно, просто прелесть. Это весы, я тебе говорю, это... С такой мирной чашей. Это начало 20 века. Ага. 100%. Это для каких-то сыпучих. Ну, это в магазине, да. Крупы. Угу. Все что угодно. Вот хочу а сюда это... ставились гирки, наверное. Да. Эта женщина улыбается нам. Угу. Привет ей, привет. Ты жива? Еще моя. Так. Угу. Диванчик. Красивые тарелки. Шуман? Угу. По двое, а, да? Это не Шуман, а это Шуман. Угу.
Вот настолько древнейшие какие-то вещи, что они даже без марки. Угу, вот тоже. Типичные. Древнейшие просто. Просто древность. Сахарница. Красивейший сервис. Вот на столе все по 50. Все по 50. Красиво. Так, надо валить отсюда, потому что музыка. Да, куколка. Дедушка, лягушечка. Чего только нет. Какие-то артефакты вообще доисторические. О, какая кукла! Класс! Вот. Да. Старая оловянная ложка декоративная. Всего полно. Да. Done.
рамочки. Да. Ого. Ого. Бабушка Яга. Was kosten die Broschen? Was? Ist das eine Brosche, eine Schmetterling? Ne? Ja, nicht? Moment, ich mach das. Abgeschlossen. Da drinnen in den Geldbeutel. Mhm. Weil er sonst das Sachen, wo man nicht hinlegt. Mhm. Oh, macht nichts. Was kostet diese Brosche? 4 Euro. 4 Euro. Okay, alles klar, danke schön. 4 Euro. 4 Euro. Seltmann. Это тоже заслуженная фирма.
Was kosten die zwei? 20 Euro, alle beide. Mhm. 20 Euro. Evelyn, Klaus, der Nikolaus auch. Thomas, halt die Ohren steif. Mach ich selbst, weiß ich nicht. Das nächste Mal, die Karin ist gar nicht da. Nee. Mach ich, wenn du es gerade kannst. Genau. Wenn du die drin bist. Dezember, ne? Ja. Dezember sehen wir uns nochmal zum Glühwein trinken. Zum Glühwein anlaufen. Da haben wir ein Spezial für uns. Nein, wir sind nicht auf. Mein Freund, reiche mir deine Hand mit deiner Olle Uhren, was hast du mit deiner Olle Uhren alles? Also, очень роется. Тоже куча народ. Was kostet die Teller? Die Teller? 3 Euro. 3 Euro. Пока, ребята.